Здравствуйте, дорогие инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите очередной выпуск новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Не так давно в Сингапуре проходила крупнейшая транспортная выставка региона, участие в которой принимала и Skyway. Об ее итогах для компании поговорим с начальником отдела адресных проектов ЗАО «Струнные технологии» Кириллом Бадулиным. На территории испытательно-демонстрационного центра технологии Skyway продолжаются приемочные испытания 48-местного бирельсового юнибуса U4-220T2. Расскажем и, главное, покажем, как это происходит в нашем видеообзоре. Новые технологии – сложная и рискованная отрасль экономики. Проекты появляются и исчезают за считанные месяцы, а то и дни. Но только не Skyway – технологии, которые ежегодными мероприятиями Кафеста выбиваются за грань обычного составления финансовой отчетности. 21 и 22 июля в Таллине состоялась интереснейшая и познавательная международная конференция для руководителей. Мы поделимся с вами коротким видеоотчетом с прошедшего мероприятия. Технология Skyway уверенно движется вперед и развивается, не стоит на месте и ее интернет-продвижение, благодаря которому мы рады представить всем своим партнерам новый сайт сердца революционной технологии Экотехнопарка. А теперь поговорим об этих и других событиях более подробно. Интервью из первых рук – это важная и самая достоверная информация. Предлагаем вашему вниманию интервью с только что вернувшимся из Сингапура, где проходила крупнейшая транспортная выставка региона, начальником отдела адресных проектов ЗАО «Струнные технологии» Кириллом Бадулиным. Наш собеседник поведает о том, почему среди множества подобных международных форумов выбор компании пал именно на данный. Кратко остановившись на истории развития этого государства, расскажет о гостях стенда Skyway, а там же о том интересе, который струнные транспортные решения вызывают в этом самом густонаселенном уголке земного шара. В конце интервью Кирилл перебросит мостик в будущее, рассказав о том, что связывает этот международный смотр транспортных инноваций с Экофестом 2018. Смотрите нашу беседу полностью уже на нашем сайте. На территории экотехнопарка Skyway набирают обороты приемочные испытания 48-местного бирельсового юнибуса U4-220T2, в ходе которых специалистами проектной организации устанавливается соответствие технических характеристик транспортного средства расчетным параметрам. Смотрите небольшой видеоотчет об этих испытаниях на нашем сайте. Новые технологии – сложная и рискованная отрасль экономики. Проекты появляются и исчезают за считанные месяцы, а то и дни. В огромном потоке интересных идей и фантастических выдумок профессионалу трудно определить, где перспективный продукт, а где пустышка. Skyway уже давно доказал, что струнный транспорт – не проект-однодневка. Тем не менее, руководство компании продолжает добросовестно выполнять свои обязательства перед инвесторами, подробнейшим образом отчитываясь о всех новостях развития технологии. Центральное мероприятие публичной отчетности Skyway – это Экофест. На нем все желающие могут посмотреть своими глазами на результаты работы компании за прошедший год. Экофест 2018 состоится 4 августа. Место встречи – то же, что и всегда. Экотехнопарк Skyway, город Марьиногорка. Уважаемые партнеры Skyway Capital, мы благодарим всех, кто принял участие в международном тренинге для руководителей, который состоялся 21 и 22 июля 2018 года в Таллине, Эстония. Предлагаем вашему вниманию короткий видеорепортаж с этого уникального мероприятия, который вы легко найдете на нашем сайте. Представляем вашему вниманию обновленный сайт Экотехнопарка, который находится по адресу www.skyway-park.com. На данном сайте вы можете не только ознакомиться с историей создания испытательно-демонстрационного центра технологии Skyway, но и совершить виртуальную экскурсию по его знаковым местам, используя функцию панорамного просмотра локаций. Это были все главные новости на сегодня. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах каждую неделю, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.